Приветствую вас, и давайте мы с вами пройдемся по вашему тексту, потому что есть некоторые моменты, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Значит, первый момент, то что вы со своей женой вместе 8 лет, женаты 8 лет. 5,5, значит, так, 4,5 года вашему старшему ребенку, значит, 3,5 года вы жили с женой. Получается, одни 3 года, можно сказать, вы жили, ну, вообще для себя. Вы знаете, жить 3 года вместе... При наличии, при условии наличия значит, желания развестись, это, я бы сказал, очень странно. У вас есть конфликт, который присутствовал с самого начала ваших отношений. По моему мнению, конечно. Этот конфликт, он связан с тем, что вы, с одной стороны, пишете, что вроде бы вы со своей женой жить не могли, да? Вы знали это, чувствовали. А с другой стороны, вы с ней все-таки живете. И вот это самый главный момент. Почему вы против того, чтобы жить с ней? И почему вы с ней живете? Почему вы не доверяете своим эмоциям, своим ощущениям, своим переживаниям? Что мешает вам доверять своим переживаниям? Но если вы изначально знали, что вы со своей женой не сможете жить, а это, что сказать, в принципе, вполне нормально, нормальные знания, ничего в нем такого необычного нет, то значит, получается, что-то вас заставило жить с ней. Что-то заставило вас сделать выбор в ее пользу. Вот и давайте подумаем, что заставило жить вас с вашей женой, и почему вы не послушали как бы вот свое провидение, если угодно, свое предчувствие, если хотите. А почему вы пошли против себя? Этот момент, который мне интересен, потому что от ответа на него зависит как бы то, что мы с вами дальше будем делать. То, что вы будете делать, то, куда вы будете идти. То есть, есть конфликт. Вот изначальный конфликт. И этот конфликт, судя по всему, он до сих пор не разрешен. Вас по-прежнему что-то заставляет быть женщиной, которую вы, судя по всему, не особо любите. Что именно? Первый момент. Первый, на мой взгляд, и важный момент. Дальше. Следующая ситуация. Следующая, о чем я хочу вам сказать. Вы пишете, что вашу жену все устраивает. С
Знаете, было бы странно, если бы ее что-то не устраивало. У нее есть муж, у нее есть достаток, у нее есть семья, у нее есть ребенок, у нее есть интимная жизнь, в конце концов. То есть у нее есть все. Было бы странно, если бы она как-то была бы еще и недовольна чем-то. И отсюда вам новый вопрос. Вы имеете ли какие-то претензии к ней? Имеете ли вы какие-то к ней, я бы сказал, даже не претензии, а какие-то откровенно негативные переживания, эмоции? Сделала ли она, то есть женщина, да, вам что-то плохое? Если нет, то проблема, безусловно, ваша. Если да, то тогда проблема ваших с ней отношений. Я надеюсь, это понятно. Дальше. Следующее, о чем хочется сказать. Это о детях. Ну, знаете, детям, наверное, будет только лучше, если вы разойдетесь, потому что они ведь чувствуют, что у вас в семье есть определенные проблемы. Они чувствуют, что эти отношения напряженные, но чувствуют, что это не искренне. И для них, конечно, будет облегчением и очень большим облегчением, если вы со своей женой разведетесь. Но разводясь нужно по желанию, конечно, быть уверенным в том, что этого вот не повторится, то, что между вами сейчас происходит, то, что с вами сейчас происходит. Очень важно, чтобы это не повторилось, чтобы это вообще не повторилось. Чтобы этого не повторилось, нужно понять, откуда взялось ваше такое вот желание, откуда оно взялось. Какова его природа? Почему вы условно говоря, не желая, да, значит, не желая быть с женой со своей, все равно как бы с ней вместе? Вот ответ на этот вопрос очень сильно помог бы нам с вами решить проблему вашу. Потому что пока я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы, ну вот, вы свою жену не принимали. Это вот, собственно, первый момент, который мне хочется вам сказать относительно детей. Дальше. Дальше. Что касается ну, в том, что касается будущего. Вообще, будущее у вас есть, если только вы сами для себя не решите, не начнете анализировать значит, то, что с вами происходит. Не разрешите вот этот вот конфликт, который у вас имеется относительно
твоей женщины. А до тех пор, пока вы не поймите, чего хотите вы сами. До тех пор, пока вы убедитесь в том, что у вас проблемы нет. Проблема есть там в ней, в ваших отношениях с ней, но не в вас. Потому что если проблема в вас, то, ну, надеюсь, это понятно. А даже если вы бьете от своей жены сейчас, то это на самом деле ничего не решит. Совсем ничего не решит. И потому что желание распуститься, оно плавно перекочует на другую вашу жену. И тут нужно обязательно для себя этот момент понимать. Так что если вы не будете его осознавать, то вам, ну, в своей жизни вам будет, да, очень тяжело строить отношения. И вы не будете счастливы. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. В принципе, все, что хотел, я сказал. Если вы готовы работать, то выберите эксперта, который вам понравится, который будет вам по душе, и начните с ним работать. Разбирать персонально, анализировать вашу жизнь, ваши детско-родительские отношения и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.